Здравствуйте, мои дорогие. Снимаем очередную посылочку, распаковку. Вот пришла мне такую подборочку посылочка. Сегодня уже распаковала немножко, чтобы она шуршать. Сейчас покажу. Вот два таких блеска микро. И две баночки я заказывала. Голографическая типа втирка. Будем посмотреть. Их очень много. Это вообще просто, не знаю, очень много. Давайте посмотрим сейчас сначала блеск. Попробуем их нанести сначала на, наверное, попробуем. Ладно, возьмем сейчас типсики. Вот у меня две типсики. Два типсика мы этих. Эти типсики сейчас покроем топом. У меня топ Коди. Мой сапфир еще не пришел, идет там в дороге. Сильно говорят, хорошо ее наносить перед какими-нибудь втирочками. Но я думаю, что и переводная фольга тоже будет хорошо переводиться. Я получу, мы попробуем, протестим, как она себя будет вести. Так, вот я нанесла небольшой слой топа. Так, попробуем немножко присыпать сначала блеском. Маленький тоненький слой. Сильного не надо много. Так. Так вот капельку совсем. Ну, сейчас посмотрим результат. Так, сейчас мы посмотрим вот этот типсик покроем. Надеюсь, что получится. Сейчас посмотрим. И блеск, конечно, сумасшедший. Очень классный блеск. Блестит очень хорошо. Теперь зелененький. Ссылочки я, как обычно, оставлю в описании. Тут было описано продавцом блесточки. Не, не блесточки, я не помню, как там было точно написано, с эффектом голографии. Надо посмотреть, как там написано у продавца. Видите, то есть, как бы, вроде и питается, да, топ впитывает, но тем не менее, не так уж и много он и впитывает. Сейчас посмотрим, девочки. Сушим. Всякий случай, минуту, вернусь к вам. Так, держим нашу камеру. Ну вот, вроде просушила. Вроде как не снимается. Да. Так, видимо, и надо его. Минутку лишнее снимаем. Ну, такой, девчонки, эффект. Сейчас я вам покажу типсы. Смотрите, какой обалденный блеск, видите? И действительно, реально эффект голографии на лицо. Красивый. Зелененький, синенький я взяла. Да, хорошо, просох. Можно какой-то лак, можно, в принципе. Ну, мне кажется, лак тут не нужен абсолютно, потому что белый вот у меня типсы. Никакого лака, мне кажется, они не стоит даже заморачиваться, потому что они хорошо укрываются. Видите, как хорошо укрылись. Бешеный блеск. Так, и сейчас я закрою баночки
И очень много его сказала, потому что они недорого стоили. Или 16, что ли, гривен. Короче, получается где-то 50 чем-то центов, по-моему. Я не помню, надо... Ссылочку я оставлю, посмотрите. Какая их цена? Ну, достаточная цена, я считаю. Но уже этих блесков куча. Набираюсь, короче, блестяшка, я ворона. Как обычно, я без блеска жить не могу. Посмотрите, вот осталось здесь, да? Те все те. Посмотрите, какой бешеный эффект, действительно. Как, ну, Новый год вообще шикарно будет, видите? Как блестит шикарно. Ну, а теперь наши черные типсы, потому что мы сейчас будем смотреть с вами голографию. Вот у меня есть торцом без липкого слоя топ. Так. Скорее бы уже пришел мой азур. Что ждаться, если честно, не могу. Это не топ, это издевательство какое-то. Это терцио вообще. Чисто у нас на базаре я купила его. И не очень довольна, я хочу вам сказать. Ну, каждому свое, но я как бы... Так, сейчас мы выкрасим две. На всякий случай, вдруг мне еще что-то захочется. Случайно так. Потому что я такая, что я могу. И просушим два типса. Минуточки, потом вернемся к вам. Вот я вернулась. Сейчас мы с вами посмотрим эту втирочку. Сколько здесь насыпано. Там немножко совсем. Продавцом описано, все честно. Продавец идет на контакт. Без защиты, как всегда. Ну, здесь вот совсем. Видите, сколько? Совсем чуть-чуть. И пакетики были без спонжа. Так, вот высох наш топ. Пока он горячий, я возьму, наверное. А, вот тут есть. Пальчиком попробую втереть пальчиком. И посмотрим. Супер эффект, голография девочки. Я уже вижу. Смотрите. Совсем, совсем, как у нас говорят в Одессе, совсем децел нужно. Посмотрите, что делается. Бешено, просто бешено. Красивенько. Сейчас, девчоночки, сейчас я вотру до конца. И будем оценивать с вами голографию девочки. Ссылочки в описании. Все, что я могу сказать. Я в шоке, реально. Значит, вот это количество. Идет, правда, очень долго. Смотрите, вот я пальцами втирала. Ну, здесь надолго хватит. Расход минимальный. Посмотрите, вот с крышечки я сняла. Вот с крышечки. Видите? Совсем чуть-чуть. На палец. Спонжиком, наверное, не надо. Потому что на спонжик, я так поняла, что он как впитывает меланину, а это губка. И больше посмотрите, что творится. Вы хотите, и что вы мне хотите сказать? Посмотрите, как красиво. Я не вижу смысла, девочки, покупать Born Bratia за бешеные деньги. Я ссылку оставлю, 16, по-моему. Тоже где-то больше полдоллара баночка. Ну, тут 0,2 грамма, он написал. Но здесь больше, чем Born Bratia 0,2. Хочу вам сказать, что девчонки, вот, Анушка Хоменко показывала, Юлечка показывали, что... Там гораздо меньше, чем здесь. Посмотрите, что творится. Я считаю, что нет смысла платить больше, я вам серьезно говорю. Посмотрите, что творится. Ну, здесь что делается. И что на любой можно лак. Это на черную типсу, на топ без липкого слоя. Отлично, я считаю, отлично. Дополню отзыв однозначно. Я написала, правда, что классные втирки уже отправила. Отзыв я всегда отправляю сразу. Ну, топом я, конечно, покрывать не буду. Хотя давайте попробуем. Простым топом. С липким слоем коди. Скушает или нет? Потому что бывает, что ест топ в тирку. Нежненько вот так. Позже она еще больше играет. Я в шоте, короче, девочки. Я в таком шоте, что я вам не могу передать. У меня нет слов ни русских, ни украинских.
сюда на всякий случай снимаем, чтобы не было блесточек в топе. Давайте посушим и посмотрим, что нам будет. Сушить мы будем быстро. И еще раньше я получила Азур. Я ее назвала Растекайка. Сейчас я вам покажу, потому что это уже вся блестит. Смотрите, абсолютно вся. У меня уже весь стол блестит. В этих блесточках. Короче, я ворона. Я люблю блесточки. Так. Посмотрим сейчас эффект. Съел, не съел, не съел. Посмотрите, еще ярче, еще сильнее. Вообще, камера прямо с ума сходит. Посмотрите, что творится. Я очень довольна, девочки. Ссылочки оставлю однозначно. Потом я вытру. И вот смотрите, Азур. Написано гель блоссом по-английски. Кто понимает английский, меня поймет. Значит, по-русски, по-нашему можно сказать, что это просто гель-растекайка. Вот смотрите, сделан очень густенько. Он сделан как база, как топ. Смотрите, какая липкость хорошая. И густота вообще шикарная. Наполняемость, как обычно, в Азуре. Посмотрите, как много. Где-то вот так. Это очень много. Но не всегда. Они вот за это борются, что если написано 10 мл, будет 10, 12, 8 и так далее. 15 мл у них расфасовка обычно 10 и 15. Здесь 12. Видите, 12. Покажу вам сейчас эффект. Сейчас я взяла обыкновенный старый свой лак. Сейчас. Есть такая у меня кисточка Рублев, кстати, Калинский. Настоящая Рублев. Покупала она здесь в Одессе для художника в магазине. Уже я вся блестю. Блещу, блестю. Так, берем типсу. Давайте, наверное, возьмем белую, чтобы было видно. Смотрите, покрывается один слой. Ссылочку я оставлю обязательно, кому интересен этот блоссом. Вот, все блестит, девочки, у меня. Везде, по всему столу. Сейчас блестки засыпятся туда. Не просушиваем. Сейчас я вытру кисть, чтобы, не дай бог, туда блесточки не попали. Убираем. Смотрите. Так, где же меня, где же меня, где же меня? На чем-то хотя бы так. Немножко капельку я вот так вот сделаю лака. Вот капелька лака. Так, набирайте на кисть, как обычно, как вот при рисовочке, как все мы делаем. И смотрите, что нужно делать. Сейчас покажу. Все блестит. Берете, так вот ставите, вот лучики, ну не важно что. Можно, давайте вот сделаем. Смотрите, раз лучик сюда, лучик. Сюда лучик, да? Сюда лучик. Сюда можно сделать больше капельку. Гель растекайка. Тут, короче, не надо полдня рисовать. Растекайка сам все сделает. И вот сейчас ждем эффекта растекания. Видите, на глазах. На глазах он растекается. Лак, это я взяла не густой, жидкий, такой жидковатый. Джела вообще ерунда. Слава богу, что их у нас уже почти нету. Потому что это не... Это издевательство. И потом опять еще один лучик добавляете. Точечка, лучик. Точечка, лучик. Так, точечка. Сюда и лочек вот так вот сделаем, да, небольшой. Видите, он прямо на глазах расправляется. Можете дополнить, в принципе, не имеет значения. Вот такой вот будет потом цветочек. Он растечется буквально там за 10-12 секунд. Он растекается, я засекала. Прикольно так получается. Мне нравится реально.
растекается. И не надо рисовать. Просто в лампу ставите в лампу. А потом сверху нужно прорисовочки делать другим цветом. Сейчас я вам еще покажу розочку, как я делала. Где-то у меня на типсах есть, но ее надо искать. Опять берем блоссом. Слоем, конечно, если хотите быстрого эффекта растекания, надо немножко гуще наносить. Если можете подождать, не торопитесь, тогда средний слой. Достаточно. Сейчас я вам опять покажу. Это уже с какой-то у меня все блестит. Это кошмар. Нужно работать. Так. Ну вот, возьмем сейчас, допустим. И попробуем нарисовать. Заходим сюда. Трафаретная роза, как мы обычно ее рисуем. Не надо сильно утруждать себя. Рисуйте самопроизвольно. И все. И она растечется вам так, как нужно. Вот смотрите, я делаю мазочек. Маленький, слабенький мазочек. И он пошел. И он пошел сам растекаться. Видите? Видите, пошел растекаться сам. Хотите добавить, можете добавлять, но он растечется потом. Увидите. Трафаретная розочка готова. Причем не надо утруждать себя. Еще раз говорю. Особенно такая вот безрукая, как я, которая не умеет рисовать. Хотя в школе прекрасно рисовала, но я не знаю, вот все исчезло, короче, стала старая коровка и все исчезло, короче. Вот смотрите, растекается прямо на глазах розочка, здесь становится. Все, она подсохла, вы можете потом подрисовать. Потому что больше ничего с ним нельзя, только вот такие вот прорисовочки, потому что если вдруг что-то вы хотите там типа венделечка сделать, сразу говорю, ничего не получится, потому что он растекается мгновенно. Вот видите, вот сделала чуть-чуть маленькое такое дополнение, просто решила попробовать и все. Видите, растекается очень-очень быстро. Ну, в принципе, и все, что я хотела вам показать. Все наши сегодняшние распаковочки, все наши мои пока посылочки, что мне пришли. Я покажу. Еще раз. Вот. Надо рисовать. Потом сверху белая красочка где-то подрисовала. И все. И, пожалуйста, готовьте опять дизайн. Красотища голография. Я в шоке. Вообще. С минимальным расходом голография бешеная просто. Вот и все. Ссылочки в описании, девчоночки. Пока-пока.